правильной формы, и в принципе нету никакой пыли вообще. Корм рекомендую бросать небольшими порциями. Вот я бросил из расчета там 5-7 рыбок довольно-таки крупного размера. Сейчас они все поедят, и через пару минут ничего не останется. То, что осядет на дно, это будет съедено с нашими сомиками. Друзья мои, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему сухих кормов для аквариумной рыбы. Всемирно известный бренд Tetra, производитель Германия, корм Tetra Pro Color. Этот продукт, в принципе, в рекламе не нуждается, но многие спрашивают про него. Хочу чуть-чуть поговорить. Это считается уже корм премиум сегмента. Это последняя разработка от фирмы Tetra. Ну, в принципе, не первый год, конечно, продается, но тем не менее, все равно считается как последняя разработка. Самое большое преимущество, что формула этого корма сделана так, он включает в себя все ингредиенты, которые необходимы для большинства количества рыбок. И самое главное, даже при перекорме данный корм не портит показатели воды, не портит воду. Поэтому особенно очень важно для новичков, которые бросают корм в изобилии, данный продукт воду не превратит в болото. Поэтому корм Color — это корм с повышенным содержанием тех веществ, которые дают яркий окрас рыбы, то есть усиливают окрас рыбы. Я этим продуктом кормлю как и живородку, так и там, неонов, всех хароциновых, цихлид, и само собой даже бросаю там, ракообразным. Корм считается основным, если вы хотите улучшить цвет рыбы. Его можно бросать. Еще отличие корма серии Pro в том, что при его транспортировке, при его сохранении в баночке у вас не остается пыль, как от корма, к примеру, Tetramin, которая пыли, то это загрязнение аквариума в первую очередь, ну и лишняя трата денег. Мы данный корм продаем в разных вариантах. Они есть в баночках разных всяких. Если у вас, конечно, очень маленький аквариум, можете на фасовку не обращать внимания. В баночках тоже удобно, но в процентном соотношении, естественно, дороже. В данном варианте показываю вам корм с ведра. Мы его фасуем по 100 грамм. Это значительно дешевле, чем приобретать его в банке. Корма мы эти получаем очень часто, продаем очень быстро, потому корм хранится в пищевом ведре, которое не затягивает сюда влагу, потому за качество продукта не переживайте. Срок годности у него бешеный. Для тех, кто хочет сэкономить, естественно, приобретайте корма на развес. Ссылку на развесные корма Tetra Pro Color оставлю внизу в описании. Подведем итог. Корм действительно считается основным, с повышенным содержанием всех веществ, чтобы ваша рыбка набирала окрас. Подходит даже дискусом. Грязи не оставляет в аквариуме, так как другие виды кормов пыли нету. Преимущества все налицо. По ценовой категории, да, это не самый дешевый продукт, но с учетом того, что вы его покупаете на развес, вы в любом случае автоматом экономите, потому за такие деньги вы получаете премиум корм. Все результаты налицо. Спасибо за внимание. Ссылочку оставлю в описании. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч.